парке чуть-чуть записать, потому что дома как бы сидеть в такую погоду не надо. Смотрите, какой снежок. Я уже как бы сказал, да, то, что очень комфортно. Температура, действительно, мы шапку. Это не модно, это клево, это просто тепло. Вот. И здесь меня хоть как-то слышно, потому что я снимаю на телефон. Ну так. И парк вообще активный, я думаю, никого не будет, нет. Бабушки с этими лыжами ходят, палками. То есть дом. То есть люди-то это двигаются пятницу днем. Смотрите, как сейчас красота, такая красивая вообще. Вообще не могу. Зима вся такая белая, чистая, красивая, такие дорожки белые. А чистый голод, теплый шарфик носит в это время. Потому что холодно, надеюсь, меня хоть как-то слышно. Потому что я как бы на телефон. На этот еще айфон не снимал. Вот, смотрите, как красота. Вообще любуйтесь. Можно и мной как бы любоваться, но лучше любоваться красотой. Той, кто ее происходит. Я себя не вижу, я снимаю просто на основную камеру. Поэтому я себя сейчас не вижу. Но вам, наверное, интересно, почему давно видео не было. Потому что я учусь, ребят. Сейчас как бы времени нет. Я еще вот хожу в этот ритм учебы, у меня сейчас экзамены, сессия. Как бы такое страшное слово. Люди ходят. Вот. И я по возможности, конечно, вот это делаю. Например, сейчас. Я иду с консультацией, я вот могу. Конечно, 13 градусов это комфортная температура для всех, но, видимо, не для айфонов. Apple, вы же такая там революционная вся компания, ну, сделайте вы уже, чтобы батарейка на морозе не замерзала и не выключалась. Понимаешь, что это сделать очень сложно, но, пожалуйста, ну, сделайте уже это. В общем, я уже дома, первым делом, как выходишь, думаю, что же надо сделать, надо, конечно же, чай еще не раздеваться, но уже чай надо. В общем, пока вскипает чайник, я хочу рассказать вообще, почему нет долго видео, думаю, вы это уже поняли из зарисовки из парка. Все, чайник стал шуметь, видите, год петуха. Окей, как бы это уже после Нового года, я стою на кухне, потому что чай только на кухне дают. Что там с ЕГЭ 2017, я думаю, ребят, там сильно ничего не изменилось, можете также смотреть мои обучающие видео, которые есть на канале. А у меня сейчас просто физически я не успеваю делать и университет, и вести свой канал в том объеме, в котором это было раньше, которым я вел раньше. Так что видео будут выходить, но они будут выходить не так часто, как раньше, то есть может не каждую неделю, может раз в две. В три, в месяц, как бы, окей. И вы пишите в комментариях, что, я пытаюсь переорать чайник, что вы хотите, чтобы было, что я бы снимал, может, какие-то еще обучающие видео, может, еще что-нибудь, может, также вот влоги с улицы, с университета, задавайте любые вопросы, я на все отвечу. И так как бы чай готов, чайник перестал вот эти свои вш делать. Я пью чай без сахара, но зато с конфет, вот такая вот странность, да. И вы знаете, насколько злые люди, когда им не дают чай, и с последней, из второй серии Шерлока вы это уже уяснили, потому что чай... Сейчас я выпью чай, чуть отдохну, и опять что делать? Учиться, правильно. Вас божья коровка, надеюсь, не смущает вот это божья коровка. Давайте мы поближе посмотрим, божья коровка. Вот такие дела, это холодильник, как бы он в магнитиках, и я выше холодильника. Окей, как бы. 194, это вам не фигня всякая. И опять учиться, потому что университет равно учеба. Для многих это, конечно, не так, но для меня все-таки так. Поэтому, ребят, пишите, может, влоги. Вот влоги вообще не затратные вообще по времени. Как бы, окей, я вот хожу, пью чай, как бы, да, окей, и ем там, окей, в университете, окей, не то, окей, вот так вот. Может, влоги как бы делать, чтобы канал совсем не пустовал, потому что как бы подписчики-то прибавляются. Господи, ЕГЭ — это вообще фигня. Как бы, объективно, ребят, это фигня, которую вы сдадите и сдадите хорошо. Сейчас вас просто пугают, поэтому готовьтесь. Лучше пусть вас пугают, чтобы вы готовились, то я знаю, как человек сам устроен, то что если его не пугать, он ничего не будет делать. Окей. Мне приятного чаепития вам. Подписывайтесь, кстати, на мой инстаграм, там постоянно выходят всякие инстастории, всякие фоточки, я именно туда выкладываю, поэтому подписывайтесь на мой инстаграм. Твиттер, там постоянно все пишу, особенно сейчас Шерлок идет, поэтому это просто «Ночь Шерлока», бегом писать 1000 твитов с хэштегом «Ночь Шерлока». Как бы, окей, подписывайтесь на меня ВКонтакте, задавайте любые вопросы, я всем отвечаю. И всех люблю, ребят. И давайте, все, пока.